Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. В этом видео я хочу показать бесплатный плагин на WooCommerce. Это интернет-магазин на WordPress. Плагин позволяет навести порядок на странице чекаута. Страница чекаут – это страница оформления заказа. К сожалению, в самом WooCommerce нет возможности отключать, добавлять поля при оформлении заказа. В этом видео данный плагин, о котором пойдет речь, позволяет очень легко убрать практически все поля, оставить только самые необходимые. Ранее у меня уже был похожий обзор на плагин Shafani, но, к сожалению, у меня потом с этим плагином возникли проблемы. Этот плагин буквально ломал просто сайт, и обновляется он не так часто, поэтому я принял решение записать еще одно видео на эту тему, но уже с более интересным плагином. Давайте в этом видео посмотрим, что это за плагин. Я уже записывал ранее, 3 апреля 2022 года, про аналогичный плагин, который позволяет убирать поля, называется Shafani. Но в последнее время, не знаю как сейчас, но у меня был случай, что установка данного плагина просто ломала сайт. И тот плагин, который аналогичный этому я хочу показать, он даже поинтереснее выглядит. Вот страница в репозитории данного плагина. Давайте найдем его на сайте, установим и посмотрим. Я перехожу на свой демо-сайт, плагины, добавить новый. В поле поиска вбиваю название данного плагина. Вот его иконочка, это этот самый плагин. Нажимаем установить и нажимаем активировать. Если мы сейчас посмотрим на страницу оформления заказа, мы видим много полей, которые, допустим, вам будут не нужны. После активации плагина здесь можно под названием найти сеттинг, это настройки, кликнуть по этой ссылке и перейти сразу же в настройки. Он будет находиться в настройке, вот здесь вот поля оформления заказа. Здесь имеются тоже настройки. Мы нажимаем с вами Checkout Fields. И здесь максимально просто и удобно все сделано. То, что здесь есть drag and drop, то есть свободное перетаскивание. Можно перетягивать поля. И вот смотрите, делать в две колонки. Вот есть имя, фамилия. Допустим, я это оставляю. Да? Название компании. Вот, допустим, мне это не интересно. Я просто кликаю по этому полю и отключаю этот плагин. Некоторые в комментариях мне писали, что эти видео бесполезны. То, что здесь нельзя отключать Россию, точнее выбор стран. Вот этот момент нельзя отключать. Иначе заказ не отправится. Действительно, с другими плагинами это не работает. Но вот прелесть этого плагина, что вы здесь можете все чистенько сделать, убрать все, что не нужно, выбор страны убрать, и заказ будет отправляться. Сейчас наглядно вам покажу. Вот как раз-таки страна. Кликаю мышкой по этому полю, отключаю его. Номер дома тоже это отключаем. Подъезд, крыло отключаем. Населенный пункт, все это лишнее, я это убираю. Область, район тоже убираем. Почтовый индекс тоже я отключаю, оставляю телефон и имейл. И будет это очень симпатично смотреться. То есть вот имя, фамилия, да, и компактно поля можно сделать, телефон, имейл, смотрите, в одну колонку. Я могу просто нажать так вот минус, вот здесь вот, да, и email нажать минус. И мышкой поле просто перетянуть в одну, а потом просто для удобства поместить поля выше. То есть у меня будут поля только лишь имя, фамилия, телефон, email. Сохранить изменения. Также это платежные поля, есть еще доставка. Здесь тоже я делаю то же самое. Отключаю абсолютно все, как делал я поля платежные. И здесь есть еще вот у меня примечание к заказу, по идее тоже можно скрыть. Пойдем на страницу чекаута, обновим страницу. То есть, чтобы вы понимали, вот эта доставка по другому адресу, здесь только имя, фамилия. Естественно, вы туда сможете полей добавить, это вот здесь у меня только имя и фамилия. Здесь есть еще возможность, вот видите, настройки поля, вообще добавиться дополнительных вообще полей. Допустим, вот сюда вот, допустим, чек-бокс. Поля можно тонко настроить, название дать. Вот видите, вот здесь чек-бокс-демо. Значение поля, включить-выключить. Необходимо ли это поле к заполнению? Флажок стоит по умолчанию.
а также расширенные настройки. Ну, тут уже имя класса. Это уже для тех, кто знает CSS. Показать это поле в электронном письме на почте, да, нет. И так далее. Таким образом, можно дополнительные поля вытягивать. И теперь, в подтверждение моих слов, проверим. Я отключил выбор страны, да, вот у меня имя, фамилия, телефон, email заполнен. Пройдет ли заказ? Вы сами сейчас это видите, ваш заказ принят, он проходит, ничего не мешает. В аналогичных плагинах, если отключали мы страну, у нас возникала ошибка. Действительно, мы не могли попасть на эту страницу, и, соответственно, заказ не мог быть совершен. Вот это вот идеальный, на мой взгляд, вариант по редактированию полей, поэтому пользуйтесь. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов, я уж точно съел на этом собаку, перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные, и нужно уметь их еще настроить, никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие ненужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю, услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Thank you.